Здравствуйте вновь, дорогие друзья. С вами Денис Кочерга. И мы остановились в прошлый раз тут, когда спускались со льда. Так что продолжаем Гарри Поттера и Узник Азкабана. Поехали. Эй-эй-эй. Готово. Чего? А. На. Лови. Карточка. Да, 64. Еще дофига искать. Соберу ли я их всех? ХЗ. Щит. О, опять. Агачи Пава. Ня-ня-ня. Поехали. Вот бы я в реале так хотел прокатиться, было бы очешуенно. Наверное. Во, а это что такое? Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Воу-воу-воу. Воу. Щит. И меч. Так. Опять вы. Риктусембра! 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 Нафиг вас. А туда что, проход типа закрыт? Стоп, что-то мне кажется, что-то внизу. Вам не кажется, нет? А мне кажется. Что? Нычка. И что тут? Воу. Вот и 65-я карточка. А... Серьезно? О, она вообще сюда? Ладно. Так. Что-то все быстро происходит. Я что-то уже путаюсь в этих начинаниях. Так. Ага. А сколько надо щитов собрать? 5 из 10. Ладно. Ладно, сначала сохранимся. Так. Погнали. А если направо? Щит, 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 щит. Воу! О, зачитали шестерку, да? Или нет? Да. Засчитали. Зато щит собрал. На халяву. Так. Что это значит? Риктусембра! 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 Я думал, то заморозить надо. Типа не надо? Ну ладно, а что нам дальше делать? Алакамона! Эл-о-оу! Риктусембра! Нычка, что ли?
Оу. А карточек нету, да? Класс. Супер, карточек. Чего? Так. Что-то меня это смущало. Штука, ну да ладно. Ага. И чё? Ага. Последняя, что ли? О, карточка. 66, блин. Я, наверное, все могу и не собрать. Походу. А? Серьезно? Допрыгивать? Оу, эй, бой, эй, бой. Ты мне говоришь, эй, бой, какой плейбой, да? На. Но. Ваши штанишки. На. Так. На. И еще? Вы чё у меня гоблинов тут? Воу. На. Гоблины в трусишках. И вправду они трусишки, ну. Ну! Твою мать! Как же это... Нудно, я бы сказал. На! Ой, я щит получил. Так. А, только таким образом, да? Ладно. Таким, так таким. Еще нычка, что ли? Да. Ладно. Нас ждет следующая заморозка. О, а теперь куда? Воу, я щит подобрал. Значит, там бы не было, что ли, щита? Или это маловероятно? Я не знаю. О, господи. Но это круто. Воу. Так. Тыковки. Так. Воу. А вот то, что тут карточка, это было неожиданно. Я б не ожидал. Твою мать. Воу. Последний щит. Серьезно? Офигеть. Одну нычку не нашел, а где? Поздравляю, Гарри, вы справились. И не просто справились, вам удалось собрать все 10 щитов. Надеюсь, вы понимаете, что это означает. Я обожрусь, да. Призовая комната! Ну что, Гарри, желаю приятно провести время. Угу. Ух ты! Это и есть призовая комната?
Совершенно верно, Гарри. Собери как можно больше конфеток, пока время не истекло. Ну, в принципе, полетаем. Понятно. Я бы сказал, неплохо. Вот, круто! И саламандры размером с Хагрида. Синий или алый? А, полагаю, это не важно. Гарри, если хочешь, выполни практикум по Гладиусу еще раз. Или мы можем вернуться позднее. Так, окей. То есть у нас уже доступно 3 испытания, да? Перепроходить. Так, чего? Несмотря на то, что неподалеку от Хогвартса шастал опасный преступник, Гарри настоял на походе к Хагриду. Ему не терпелось узнать, чем закончился суд над Клювокрылом. Это? Я думал, так оно и было. Бедный Клювокрыл! Бедный Хагрид! Они вынесли приговор. Глядите, короста! Вот видишь, Рон, живоглот тут ни при чем. Я тебя поймал, негодная крыса! Если этот пес смог сюда войти, значит и мы сможем. Куда ведет этот ход? Я не знаю, но мы должны помочь Рону. Ты ничего не слышишь? Чё? Их двое. Пока.
готика прям какая-то, скелетоны. Так. Слава богу, шоколадные лягушки. Так, мы, наверное, тут сделаем паузу. Я посмотрю, сколько по времени записан материал. И вернемся снова, дорогие друзья, к Гарри Поттеру. Спасаем Рона. Рыжего хуя. Так. Ага. Понятно, конфеточи. Я же знаю, суки, что вы оживете, суки. Так. Ага. Воу. Я так и знал, блядь. Давай. Хрен вам. Ну, все типа. Ну ладно. Гермиона, иди сюда. Ух ты, молодец. Умная пиписька. Так. Саламандры. О нет, саламандры! И что? Ты с ними уже сражался, дебил. Если бы ты сказал, о нет, бывшая, тогда ладно, я бы испугался. Гарри, тебе здорово удалось заклинание Глациус. Спасибо, но мы еще не закончим. Мочи! Мочи! О, косая. Не, реально, искусственный интеллект просто... Да сколько вас? Ёб твою мать. Двигайся, Гермиона. Найдем Рона и выбираемся отсюда. Да, да, да. Карточку давайте мне. Вот козлы. Карточку мне не хотят давать. Ну и ладно. Так. Гарри, с тобой все в порядке? Ох, я в норме. Только я не понимаю, как отсюда выбраться. Продолжай искать. А я посмотрю, получится ли у меня найти дорогу к тебе. А, так мы еще и за Гермионку играем. Ну ладно, я думал за Гарика. Эй, у нее жизни не так много, вы че? Так, спокойно. Мне нужно перебраться на ту сторону. Ладно, опять дракон. Драконий бой! На-на-на-на-на. На-н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 а. Хлопай ресницами и взлетай. Так. Второй раунд. Так. Хлопай, хлоп. Давай, 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 давай. Ну. Отличный дракон! Забираю его себе. Так. Стоп. А, тут же еще третье место есть. Подожди. Может тут это, типа... Плюшка? Ау-оу-оу. Подожди. Стоп. А ну-ка. Что это значит?
И... Подожди, это для кого хоть? Что за... Не понял. Это вообще плюшки для кого? А, мы падаем. Падаем, падаем, разбиваемся. Так. Но тут конфетычи. Конфетычи, конфетычи. Так, 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 конфетычи. И все? О, подожди, а в какую сторону нам обратно возвращаться? В эту, что ли? А, ну тут Гермиона бы не смогла вообще, по-моему, пробраться. А зачем тогда зажигать было там огонь? Вопрос. Ладно. Да твою мать! В смысле? Чё за бред? Чё за фигня? Вот... Недоработка, блин. Теперь Гарри. О, господи! Надеюсь, с Роном все в порядке. А как назло, нам не нужны эти. Алкалора! Пять нычек. Так, опять снова каталки. Ну окей. Так. Чё? Куда? Оу. Даже так? Эпульса! Эпульса! Нычка? Чё за нычка? Карточка будет? Да ё-моё! Чуваки, нам бы карточку, а не просто так. Блин. Ага, сейванушка. Так, ладно. Ну что, было весело. Скорее! Надо помочь Рону! Орёт, как будто пипиську отрывают. Так. Блин. Давай, Гермиона. Да ё-моё, тебя сейчас поимеют, дура тупая. Чё мне с тобой делать? Тут зелье возрождающих. Нихера. Нету. Теперь мне чё, свои... Да ёп... А где ХП у тебя брать, а?
Вот скажи, пожалуйста, Гермиона, где брать тебя ХП? О-о-о, так. Гермиона, бери. Вторую жабу бери, блядь. Давай. Но... Наконец-то, допёрло. Ё-моё. Как ты думаешь, что это такое? Пещера, блядь. Что это такое? И каменный блок. Надо подумать. Ха-ха-ха. Пиздец. А чё Гермиона играет? Чё за бред? Воу. А, типа, сначала блок не надо брать, да? Лады. Чё? А, мне надо это говно сложить? Так. Стоп. По-моему, я неправильно что-то делаю. Сначала надо вот это говно. Да, так. Еще? Или нет? А, нет, все. Ох, ебать, их сколько. А, еще один сундук, а я думаю, блядь, кажется мне или нет. Карточек ни хера нету, да? Гениально, блядь. 68. А где собака? Это не собака. Экспеллармус! Не бойтесь. Сириус Блэк не тот, за кого вы его принимаете. А Короста вовсе не крыса. Это волшебник по имени Питер Петтигрю. Что? Смотри. Я все объясню. Петтигрю анимаг. Твоих родителей Гарри предал не Сириус Блэк. Это сделал Петтигрю. Питер Петтигрю не только выдал Джеймса и Лили Поттеров Волан-де-Морт. Он также оклеветал Сириуса Блэка, сказав, что тот шпион Волан-де-Морта. Все сошлись на том, что Петтигрю следует забрать в Хогвартс и передать его в руки профессора Дамблдора. Но загадки этой ночи еще не закончились. Профессор Люпин, что случилось? Я сам с этим разберусь! Бегите!
Сириус! Петтигрю исчез! Он превратился в крысу! Как он там? По крайней мере, он дышит. Профессор Люпин — оборотень. Похоже на собаку. Наверное, это он. Иди помоги Сириусу. Я позабочусь о Роне. Вот так поворот. Оставьте его в покое. Он ни в чем не виноват. О, моя зафака. Экспекто патронум. 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 На долю секунды Гарри показалось, будто он видит какого-то человека, который пытается ему помочь. Неужто это и вправду его отец? Нет, это невозможно. Гарри, с тобой все в порядке? Что стряслось? С Сириусом все в порядке? Где Рон? Мадам Помфри сказала, что с Роном все будет в порядке. Ему просто нужно немного отдохнуть. К несчастью, Сириус Блэк поживает не настолько хорошо. Он заперт в высокой башне. Скоро его передадут дементорам. Я никак не могу этому помешать. Но он ни в чем не виноват. Думаю, это правда. А теперь все решит время. Но... Маховик времени. Маховик времени? Сегодня ночью можно спасти сразу несколько жизней. Я хотела все вам рассказать. Ну, как-нибудь. Маховик времени одолжила мне профессор МакГонагал. Я пользуюсь им весь год, чтобы иметь возможность посещать дополнительные занятия. Все понятно. Мы можем воспользоваться им, чтобы вернуться и спасти Клювокрыла. А потом полетим на нем к башне и спасем Сириуса. Только надо быть поосторожнее, чтобы нас не заметили мы сами из прошлого. Клювокрыла держит где-то здесь. Слишком тихо. Ты уверена, что мы перенеслись в нужное время? Интересно. А-а-а. О-о-о. Гляньте! Это же Клювокрыл! Прекрасно! Теперь давай придумаем, как до него добраться. Надо придумать, как поднять эту платформу. Окей. Так, ну мы на этом сохранимся и на этом эту серию закончим, чтобы в следующей серии спасти Клювокрыла. Так что с вами был Денис Кочерга. Ставьте лайки, приглашайте друзей, поддерживайте канал. Всем до встречи, всем удачи, всем пока.